Ну, по воспитанию детей, я не знаю, он, наверное, сравним с самой тяжелой физической работой, которую можно себе представить. Да? Почему? Потому что мать не только заботится о своих детях, чтобы они были одеты, накормлены, вовремя спать уложены, да, она еще и дарит душевное благополучие, свою любовь, заботу, ласку, то есть фактически отдает себя. И действительно, какой огромный душевный резерв необходимо иметь женщине для того, чтобы вырастить и воспитать, уделить внимание не одному ребенку, а нескольким. Какой наградой оценить тяжелый труд материнства, ежедневную заботу и самоотверженную любовь. В Беларуси такая награда – Орден Матери. 14 октября 11 жительницам Московского района города Бреста была вручена эта почетная награда. Награждение состоялось в администрации Московского района. Кроме вручения цветов и памятных подарков, в адрес матерей прозвучало много заслуженных слов благодарности. Сегодня хочется сказать огромное спасибо тем матерям, которые, несмотря на какие-то жизненные ситуации, несмотря на экономическую ситуацию, все-таки решаются и растят наше поколение, воспитывают детей, воспитывают настоящих патриотов, которые впоследствии потом отдают свое тепло, ласку обратно своим матерям. За период с 1995 года в Московском районе города Бреста орденом матери были награждены 309 женщин, родивших и достойно воспитавших пятерых и более детей. Ведь если семья многодетная, то детские слезы, болезни, проблемы и хлопоты также многократно увеличиваются. Быть мамой для пятерых мальчиков – это очень сложно, потому что каждому нужно угодить. Их любить постоянно надо, потому что всегда не достает этой любви. Воспитываем пятерых детей. Я сама из многодетной семьи, нас было 12, у мужа пятеро. Детей, конечно, тяжело растить. Это тяжелый очень труд. Но все равно весело. То, что я вижу даже по маме своей, 12 детей, и к ней приедут 42 внука, это радость. Счастьем, которое приносит материнство, светились абсолютно все женщины. И именно оно им дарит молодость и красоту. Мне 35 лет, у меня пятеро детей, старшему 17, а самая маленькая почти 2 годика. Они друг друга дополняют у меня. Одна помогает учить где-то уроки, там старший сын тоже где-то собрала всех, отправила с ними гулять на улицу, сама где-то убираюсь, кушать готовлю. Малыш просыпается и говорит: 4 лет сыночку, а он говорит: мамочка, а ты моя радость, и ты мое солнышко. И мы теперь понимаем, что мы, наверное, не зря живем на свете. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.